стихотворение, пожалуйста, господин Синютин. Подожди, ну Палау. Сейчас прочитает стихотворение господин Синютин. Дмитрий Синютин. Процитировать? Да, да. Да? Да. Сейчас, немного еще. Угу. И когда на всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, всем существом поэта я буду воспевать одну шестую часть земли с названием кратким Русь. Ой, похлопали все, браво, браво. Все.